Ой. Какие модели, какие сексуальные штучки. У моей хорошей это магазин Пенти. Ну, смотрим. Это витрина. Новый год. Новый год. Какой светлый, красивый. Ощущения, слушайте. Ощущения норм. Пижамки. 300 лир. Таким образом повешены вещи, чтобы цена не была видна. Здесь 179 лир. Абсолютно все витринки поправленные, аккуратные. Котик мяучит. Сейчас посмотрю, может быть, у меня за что-то зацепится взгляд. Запнулась. Цвет красивый, да? Цвет обалденный. О, какой бюстик. 269 лир. Типа дышащий. Такая тоненькая, как вообще, как дождевик. Тоненькая-тоненькая. Курточка. О, лифчики. Так, подожди, топотушки. Гламурные домашние уги. Слушайте, так-то красиво смотрятся. Такие вечерние вонючие топотушки. Нога в спрее тут же, в этих валенках. 119 лир. Так, прям большие чашки, и это радует, то, что в Турции есть большегрудые женщины. 149 лир. Слушайте, я в принципе довольна. 149 лир. И я могу даже себе что-то здесь найти. Но сейчас я не готова мерить. Но в принципе, уборка. Слушайте, ну в принципе, клевенькая. Я бы сказала, что ассортимент норм. Угу. Да. Надела маску. Шортики. Утягивающие шортики. Слушайте, наверное, клево. 69 лир. Подъюбник. Ну или кто там? Хера знает кто. $99. Слушайте, обалденные плавки. Высокий, утягивающий. Слушайте, меня прям порадовало. Вот такие. 159. Да, 159 лир. Слушайте. Не было еще ни одной вещи, чтобы я прям посмотрела и сказала прям вот фу-фу-фу. О, какие секси лифчики. Для тех, у кого нет груди и нет совести. Нет целомудрия в том числе. Оно. Боже. Боже, девчонки. Хватайте. 349 лир. Это безобразие.
Вот это вот для кого? Ну, главное, соски прикрыты, да, ведь? 269 лир. О. В принципе, даже в этом отделе можно найти что-то достойное. Бесшовные трусики. 69 лир, копейки. По нынешним ценам просто даром. Учитывая то, что лира упала, слушайте, я еще люблю магазины с фиксированными ценами, где они уже написаны на ценниках. Ненавижу покупать вещи, спрашивать цену в каких-нибудь маленьких торговых этих точках, где для турков одна цена, для туристов другая. 71 лира. Слушайте, обалденные дольчики. Такие, как кожа зам. Но они не смотрятся дешево, вы понимаете? Они не смотрятся дешево. Вот эти вот смотрятся. Эти смотрятся просто дешевле. Но вот эти вот смотрятся классно, они смотрятся добротно. Вот это дешево смотрится. Примерочные. Колготки. Мне нос чешется в маске. Может быть, у меня нос чешется, потому что выпить нужно. А ну. Слушайте, я лифчиками приятно удивлена. Я не знаю, как они будут по факту сидеть. Но я довольна кружевом. Я пойду сюда за лифчиком 100%. Вот хбшечка. Блин, Инна. Что ты делаешь? Сколько стоит? 129 лир. Слушайте. А я приятно удивлена. Я реально приятно удивлена. Это я. Даже вот эта вот нелепая чебурашка, и то смотрится здесь как-то добротно. 329 лир. Да правда что? Нет, конечно. Мне, чтобы снимать видео, не надо Wi-Fi. Боди. Очень ненатурально, очень мерзко. Без сеток. Для восточных танцев. Слушайте, я довольна качеством. И я довольна ассортиментом. Реально. Реально. Я довольна ассортиментом. Я ценами довольна. Слушайте, и штаны неплохие, 159 лир. Магазин нижнего белья. Супер, знаете? Я довольна. Я очень довольна. Я довольна выбором. Обалденно. Я довольна выбором. Обалденный магазин. Пойдите.